Сохранит ли Франция военное присутствие в Мали после высылки правящей хунтой французского посла, отношения между Парижем и Бамако более чем натянуты. В среду глава французской дипломатии Жан-Ив Ле Дриан выразил сожаление по поводу действий правящих в Мали военных. Это и политический разрыв, и военный разрыв, поскольку появляется все больше и больше препятствий на нашем пути. Это также и разрыв между правящей хунтой и страной, международным сообществом, Организацией Объединенных Наций, соседними странами. А Франция все еще рассматривает возможность остаться. Мы проводим консультации, думаем. В ближайшие дни мы начнем действовать. Над чем именно вы размышляете? Все зависит от того, насколько у нас хватит сил бороться с терроризмом вместе с другими. Таким образом, вывод войск из Мали – один из обсуждаемых вариантов. В четверг бывший министр обороны Франции Эрве Морен также предложил этот вариант, прежде чем разработать сценарий по афганской модели. Операция «Бархан» должна быть пересмотрена сверху донизу, и мы, вероятно, должны вернуться к Нигеру, построить такую модель, в которой мы сможем вмешаться в случае крайней необходимости. Министр обороны Франции Флоранс Парли находится сейчас в Нигере в рамках визита к союзникам в регионе Сахель, где возглавляемая Францией операция против исламских боевиков оказалась под угрозой из-за привлечения хунтой российских военных подрядчиков ЧВК «Вагнера».